Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Я хочу зайти вначале на свой огород, посмотреть, что у меня там созрело. Вау. Так, денежку получили. И сажаем с тобой новое растение. И это у нас... ага, Дейзи. Ну что же, а мы начинаем, как обычно, с прохождения ивента. И причем здесь мы с тобой получим пиньяту основную. И я даже, наверное, знаю, кого мы здесь с тобой получим. Но не будем забегать вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, горохострел у меня, да, здесь находится. Но, в принципе, я думаю, должны справиться. Все зависит от того, кого нам будут здесь выдавать. То есть это обычный, это даже не скорострел, а вот этот уже скорострел. Так, ладно, будем отбиваться, что есть силы. Да ну, хорош, 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 хорош. А что вы тут со всех сторон-то сразу бежите? Так, давай вот сюда, наверное, орех поставим. Упс. Так, мне дали удобрение, это уже хорошо. Так, выставляем орех. Бобовые, давай, быстренько туда. Так, ну, будешь там зловонность свою делать? Да, он делает зловонность. Так, что у нас тут дальше-то происходит? Нам нужно защищаться. Так, если кто-то будет уже подходить слишком близко, нам придется использовать с тобой, ну ты сам понимаешь, да? Супер-пупер удобрение. Блин, он не справляется здесь один. Нате вам там фасолину. Жути. Отлично, пока все вроде бы тип-топ, все хорошо, справляемся. Никого не подпускаем к себе. Удобрение еще пока никакое не потратил. Орехи, естественно, выставляем. Так, ну, хорошо, что они... Опа, 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 ребята, а здесь уже прорвались, ну, ты видишь, да? Зомби прорвались, поэтому нужно здесь зачистку сделать небольшую. Так, ненавижу, ребята, вот эти вот песочные штормы, которые нам тут специально подкидывают, кстати. Так, сюда мы поставим с тобой орех, можно будет вот сюда влепить. Хотя, ты знаешь, что я скажу, мы уже, в принципе, выиграли. Можем уже спокойно здесь тратить свои супер эти удобрения. Потому что, ну, все, тут победа за нами. Что-то они, правда, не прекращают идти, все, валят и валят. Слушай, ну, прикольный ивент, довольно легкий. Подожди-ка, да что ж такое-то, идут и идут. Может, хватит уже? Эй, игра, ты не заглючил случаем? А, мы, наверное, просто успевали зомбарей разносить до тех пор, когда они еще появились. Ну что же, открываем пиньяты. Так, три мины картофельные. Так, три арахиса и 3000 голды. С вашего позволения, я сыграю еще разочек. Если вы не против, кстати, мы с тобой получаем пиньяту. И тут деньги, да? Да, еще 4000 голды. Ну что, конечно же, продолжаем. И еще разочек сыграем. Ну что, друзья мои, я готов. Я готов, как никогда. Приступим. Ну, вначале все будем делать вот таким вот образом. Защищать, конечно же, наш основной горохострел. Так, идут понизу. Будем с тобой сейчас все-все с тобой районы прикрывать. Так, нам надо наверх. Поставим сюда вначале орех. О-о-о-о, не надо тут шторма. Никакие, пожалуйста, не надо, я тебе говорю. Штормовуху они свою тут лепят. Так, секундочку, нам дали удобрение. Опс, а вот это с какого, блин, перепуга? Что-то раньше они не прыгали. Понятно, видимо, усложнили мне, да, задачу. Ладно, фиг с ним. Давай мы, наверное, сюда фасолину бросим. Так, орех, орех куда? Вот сюда поставим. Твою же налево, ты смотри, что он творит, а. Давай быстренько его расстреливать. Причем в нем еще и удобрение находится. Да ну хватит перепрыгивать, а, здесь. Слушай, наверху какая-то, ребята, трабла идет. Слишком жестокая. Так, еще нам удобрения дали целую кучу. Но мы их бомбим. Пока все у нас хорошо получается. Давай вот сюда поставим. Сюда, наверное, фасолину закинем. И еще и бомбанем. Так, наверх. Ага, далеко не упрыгнул. Ну и теперь будем выставлять орехи.
Давай сюда, наверное, поставим. Ну, ты понимаешь, да, что победа здесь за нами. Шансов у зомби вообще никаких нет. Мы их просто издалека всех разбомбили. Причем, ты видишь, они стреляют у меня ускоренно. Ну, давайте, последние остатки роскоши, выходите. Все, друзья мои, победили. Забираем с тобой очередную награду. 3 пиньяты. Ух ты. Вот этого гриба у меня еще нету. Опа, 13 штук. И 2000 голды. Слушай, а это, по-моему, донатское, да, у нас растение? Оно так просто не откроется, верно? Так, ну-ка давай-ка я кое-что посмотрю. Что мы теперь с тобой будем делать? Так, у нас квест выполнен. Можно мне забрать награду, а? Пожалуйста. Сколько? 5 гемов? По идее, должно быть 5. Нет, всего лишь 2. Ух ты, так, Пенни пурсует сыграть. Так, собрать семена. А выиграть на арене. Кстати, на арене надо поиграть сегодня точно. Надо будет сыграть на арене. А что у нас тут показывает? Я забыл применить Жужу. Вы это говорите, да? Ладно, Жужу, давай мы с тобой Дейзи польем. А вот это все я с тобой заберу. Пускай у нас будет находиться. Так. Окей. И капельку. Замечательно. Так, пойдем-ка теперь посмотрим, что у нас там происходит на арене. Так, отсюда мы с тобой выйдем. Отсюда тоже выходим. А, вот она, наша арена. У меня, по-моему, перчаток нету. Ну, нам дадут бесплатную попытку. Так, в данный момент у меня 111 очков. Нужно 200, да, чтобы получить вот это вот растение. А нахожусь я на 4-м месте. Так, ну что, для начала, я думаю, надо насмотреться досыта рекламы. Ну что, друзья мои, 4 перчатки я получил за просмотр рекламы. И у нас еще есть с тобой бесплатная битва одна. Поэтому погнали. Нам нужно с тобой вырываться в лидеры, если мы хотим с тобой, кстати, перейти на новый ранг. Ага, так, наши супер-пупер растения. Давай-ка мы возьмем мину, подсолнух. Наверное, будет старая команда у нас, да? А можно взять банан, но я не хочу. Что-то я не хочу брать банан. Возьмем с тобой вот так вот, да? Мины, фасоль. Ага, Дейзи, где у меня Дейзи? Дейзи обязательно возьмем с собой. Вот так вот. Блин, сколько еще всяких прикольных растений. Ага, друзья мои, этот у нас Каулипауэр, да? Он получается донатный. Жаль. Хотелось бы его получить за бесплатно. Ну что же, let's rock, погнали. Будем с тобой... Ой, блин, вот это я сейчас сделал ошибку, а, друзья мои. В плане? Почему вот этот мне ничего не дал, а? Вот жук. Вот это да, вот это я немножко лопухнулся, конечно. Так, ладно, выставляем сюда. Разбрасываем везде с тобой мины. Фасоль. Ну, все как полагается, да? Все как всегда. Ловкость рук и никакого мошенничества. Так, у нас с тобой мины есть. Это все есть. Давай, наверное, еще сюда вот поставим Дейзи. Так, перчик пока прибережем. Потому что рано или поздно у нас побегут зомби на бизонах. Ну-ка так сделаем. Замечательно. Так, Дейзи, наверное, надо нам вот сюда еще одну штуку поставить. Ага, вон он уже бежит. Друзья мои, он уже бежит. Но далеко не убежит, потому что я поставлю вегетарианского гаргантюа. Смешно как-то звучит на самом деле. Вегетарианский гаргантюа. Так, ну-ка. Фасоль, все как полагается. Так, ну-ка. Дейзи, вы бейте как-то, ну, побыстрее, что ли, я не знаю. Нам нужно тут влуплять по полной программе. Погнал. О, гаргантюа тут наяривает. Так, этот мелкий начинает есть фасоль. Еще Дейзи поставим сюда. И вот так вот, перец халапеньо.
Так, у нас с тобой, блин, мы проигрываем, ребят. Я только сейчас увидел, что мы с тобой проигрываем по очкам. Так, секунду. Давай тогда будем с тобой хитрый план наш делать. Нам нужно зарабатывать очки? Нужно. Вот, будем вот так с тобой набивать. Надеюсь, это нам поможет хоть как-то. Хотя, может быть, и не поможет. Ну? Да ё-моё. 52 секунды. Мы, кстати, очень-очень сильно отстаем. Так, секунду, там у нас кто? Ах, шитик. Подбили, да, моего? Ну давай, 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 родные мои. Да что ж ты будешь делать? Я даже не знаю, как тут лучше. Как тут лучше всего вырваться нам вперед. 24 секунды. Блин, не хватает буквально немножко, да? 310, он нас опережает. 16 секунд остается времени. Давай, наверное, вот сюда вот поставим с тобой мину. Так, вроде бы как вырвались, да? Вперед. Здесь вот так вот сделаем. Буквально, ребята, вырвал зубами победу. Ух ты, ну правильно, у него донатские растения. Вот это донатское, и вот это вот, по-моему, тоже. Или же он уже получил его себе. Ну, конечно, так, я считаю, нечестно. Ну, ладно, а мы с тобой продолжаем бомбить. Да я понял, понял, что квест. Еще разочек сыграем на арене. У нас, кстати, сколько с тобой... То есть одна попытка есть фейлиться, да? Потому что за каждый проигрыш мы платим с тобой 20 гемов. Ох, ё-моё. Ну что же, приступим. Юкимн. Ё-моё. Язык сломаешь. Ага, здесь... Может быть, нам взять кукурузу. Кстати, она тоже неплохо помогает. Но не буду, не буду брать. Кстати, вот этот тоже очень неплохо бомбит, да? Он целый ряд прожигает. Хм. Но опять же, почему-то неохота его брать. Катапульта. Катапульта сумрачная тоже хороша на самом деле. А мы можем с тобой взять редиску, да? Выставить, например, ее в ряд и юзать, например, с тобой. По одному, и будут все срабатывать. Можно взять... Арбуз заморозкой, да? Я не знаю, будет ли от него толку здесь. Давай по старой традиции возьмем с тобой снэпдрагоны. Можно взять даже бонгчоя. Может быть, нам действительно взять бонгчоя, а? Ставишь его в середину, он там начинает наяривать. Попробуем. Конечно, есть небольшой шанс сфейлиться, но будем надеяться, что мы с тобой... Пробьемся. Так. Высаживаем пока с вами подсолнухи, да? Вот сюда, например, выставляешь его, да? И он начинает тут, йо-хоу, вот так вот бомбить. Так, дальше мы с тобой сделаем мины. Так, собираем энергию. Подожди, 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 а с какого перепуга ты здесь появился? Я тебя не вызывал. Слушай, ну в принципе работает эта штука, даже неплохо очень. Сюда можем снапдрагона вызвать. Пускай он полыхнет. Упс, а вот это вот не надо делать. Так, замечательно, и еще. Давай, бонгчой, наяривай. Пыхтим. Так, надо еще один подсолнух вызвать нам. Играем без Дейзи с тобой, так что смотри. Все очень серьезно. Так, шуты гороховые тут бегут. Шуты гороховые бежали и не добежали. Так, ну что-то мы тут нашего оппонента просто разорвали. По всем критериям. Так, ты куда, шитик, разогнался? А ты куда? Нет, 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 нет. Твою же маковку. Да, тут немножко мы с тобой опростоволосились. Буквально совсем малость. Так, погнали.
Вот так вот разбросаем везде наши мины эти. Так, фасоль. Вот и выросла фасоль. Так, подожди-ка. Блин. Бонг Чой, срочно Бонг Чоя вызываем. Слушай, ну без Дейзи как-то сложновато, если честно. Ты посмотри, они просто прорываются. Просто прорываются к нам. Так, а я еще к тому же и не взял. Ё-моё, я только сейчас увидел, что я не взял перец халапеньо. Твою ж налево. Мы проигрываем, друзья мои. По очкам мы с вами проигрываем. Вот такие вот, друзья мои, дела. А что он? Он почему не взорвался? Эй! Да не то, что мы проигрываем. Мы конкретно с тобой проигрываем. Ты посмотри. Зря я, конечно, не взял тут халапеньо. И Дейзи тоже не стал брать. И вот за это я поплатился. Поплатился, причем очень, ну, конкретно. Да. Фейл на 100. На 100, считай, тысяч, да, получается. Ну, да. Так, а что он тут брал? Почему все берут электрокамыш? Я не пойму. А видишь, что он сделал? Он брал Дейзи, а я не стал. Да, я, ребят, трачу гемы для того, чтобы отыграть. Ай, не надо было, конечно, нам кое-что с тобой делать. Без Дейзи, конечно, будет сложно, поэтому Дейзи нужно будет брать. Она хотя бы их стадит, и в этот момент мы там наводим шороху. Вот как только что-то хочешь поменять, да, в своей вот этой вот битве, начинаются какие-то косяки. Ну что, давай по старой традиции. И Дейзи. Так, мина. Вместо этого мы брали обычно фасоль с тобой, да? Давай, наверное, фасоль вернем на место. Вот она. Отлично. Ну что, поехали? Посмотрим. Старая школа против... против чего? Да не против чего. Просто наша старая школа. Окей. Так, там же зомби идут. Дейзи, вперед. В атаку. Сейчас мы тут везде их расставим. И, кстати, надо будет еще мины нам поразбрасывать здесь. Мины, фасоль. Все как полагается. Так, ну и если что, у нас с тобой есть удобряшки. Кстати, ты заметил, что здесь у нас появились гаргантюа? То есть уровень набирает обороты. Давай сюда поставим Дейзи. А здесь можно просто вот так использовать перец. Так, сюда Дейзи выставляем. Так, давай, энергию. Мне срочно энергию нужно. Так, если где-то пойдут у нас гаргантюа, мы сразу будем с тобой выставлять вот это растение, да? И наш веген побежит. Вегетарианец. Сразу побежит в путь дорожку. Так. Не надо, друзья мои, не надо здесь выпендриваться. Так, клоуны. Клоунов надо взрывать. Шутов этих гороховых, да? Здесь попробуем так. Слушай, а почему его не берет взрыв от халапеньо? Вот объясни мне. Почему он его избегает? Так, ну-ка, мина, давай. Ё-моё, слушай, здесь проблема. Идет чудик. Надо его взрывать. Все вроде бы пока отчетненько, да? Так, по очкам вроде бы пока все хорошо. Пока все отлично. Так, не надо бросать. Бросил все-таки, а? Ну что, я, наверное, сделаю вот так вот. Твою ж налево. Давай, выходи. Ты нам нужен здесь как никогда. Так, мины. Эй. Ну вот куда ты разогнался, а? Сколько? 260, да? 260 у нас с тобой очков.
Забираем энергию. Вау, там вообще конкретный погром происходит. Просто жесть. Мои растения просто лютуют. Так, давай-ка здесь. Опа. Взрыв на макаронной фабрике. А вот они, друзья мои, и Гаргантюа. Вот они идут всем табуном. Кто-то из подписчиков написал, что он зарабатывает по 1,5 ляма бездонатных растений. Вот интересно, каким образом. Ну, если, конечно, у него растения прокачаны там до 100 уровня, то возможно. Так, слушай, ну здесь, по-моему, перевесик, ну, неплохой. Почти 140 тысяч, да, перевес вышел. Так, мы с тобой заработали 2 конфеты там. А теперь нужно идти за 4, ой, за 2 пиньятами из темных времен. Давай. Кстати, ребят, напишите в комментариях, вам не надоело смотреть арену? Потому что если не надоело, я снимать не буду. Так, и я уже на 4-м месте. Есть вероятность, что стану на 3-м после вот этого поединка. Единственное, что я не смогу, ребята, откупиться. У меня геймов больше нету. А, ты знаешь, 20 штук нужно за фейл заплатить, чтобы нам не слететь опять все заново. Капусты. Так, фасоль. Я вот не знаю, нужна ли нам фасоль, а? Может быть, не надо ее брать? Как бы она лежит очень долго, ты заметил, наверное, на поле боя она самая последняя исчезает. Это фасоль. Боулинг, ну я тоже не хочу его брать. Может быть, электрокамыш возьмем? Попробуем просто, да? Сейчас опять что-нибудь возьму, как говорится, и испорчу, да, всю игру. Слушай, а вот эта вот мета, она ускоряет, а, милишников, то есть ближний бой. А вот это у нас магов. А маги у нас кто? Я не знаю, электрокамыш это маг или нет. О, вот этот вот. А это у нас улучшает солнечные растения, да? То есть это у нас подсолнухи, всякие там бобовые. Интересно, ну вот это вот перекати поле мне не нравится, если честно. Не нравится мне это растение все. Так, электрокамыш. А будет ли от него много толку, а? Или лучше все-таки фасолину? Ладно, попробуем. Опять, друзья мои, рискую. Опять делаю, как говорится, фиг знает что. Ну, попытаемся. Так, Дейзи, конечно же, сразу выставляем. Пускай начинает потихонечку там бомбить. Сделаем сюда. Ну и, конечно же, мины. В первую очередь, мины. Так, камыши. Давай, выходи. Будешь нам тут помогать. Пока еще не знаю, каким образом, но надеюсь, будешь помогать. Так, куда нам Дейзи? Сюда, наверное, поставим, да? Электрокамыш вообще можно, наверное, вот сюда вот, на передний план ставить. Не жалко их, так сказать, пускай их даже там съедают. Что у нас там по очкам? Ребят, мы пока проигрываем, да, с вами? По полной программе, я смотрю. Это плохо. Да где зомби-то, ё-моё, все, а? Чё-то они, друзья мои, не спешат даже идти к нам. Да, тут мы проигрываем с тобой капитально. Слушай, ну здесь не моя вина, потому что не дают зомбарей. Просто не дают и все. Я бы и рад их бомбить, но их просто нету. Мы уже почти на 50 тысяч проигрываем. Вот так вот. Какой-то рандом непонятный. Может фартануть, может не фартануть. Вот куда ты бежишь, а, голодранец? Нет, 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 нет. Вам здесь не дело. Что у нас там, проигрываем еще до сих пор? Проигрываем. Пока еще, друзья мои, по очкам мы с вами не вытягиваем.
Так, а вот это вот надо уничтожать. Только вот как? Может быть, вот таким вот образом. И еще сделать можно вот так. Да ё-моё, чуть-чуть буквально, друзья мои, чуть-чуть проигрываем с вами. Неужели у нас не хватит мощей, а? Выиграть. Перевес, перевес идет. И 32 секунды. Плюс идет Гаргантюа. Где энергия солнечная? Я не могу понять, почему мне не дают солнечную энергию, а? В чем беда? В чем проблема? Не, не могу я угнаться. Вроде бы никто ничего здесь не прошел, но ты видишь, у нас с тобой ничего не получается. 9 секунд, и я проигрываю. Хотя вроде бы всех зомби уничтожал, никого здесь не пропускал. Нет, друзья мои, это какой-то... Не знаю. Как он вот таким вот, вот барахлом мог выиграть? Вот объясни мне, а? Ну вот как? Я не знаю. Ну что, не получилось у меня получить, ребята, и меня сбросили на самое-самое начало. Какими-то цветочками он смог выиграть. Нет, это... Тут галимый, по-моему, рандом. Но, тем не менее, я все равно на 4-м месте. Поехали, я попробую на 3-е место перелететь. Ну, просто хочется. И получу перчатку, да? Потом опять конфетки. Ё-моё. Никогда не знаешь, как тут эта школа сработает. По идее, вот от перца халапеньо тоже я не вижу здесь, друзья мои, никакой выгоды. Просто никакой. Ну, давай, наверное, я не знаю, фасоль. Ну, вот, это наша стандартная команда, которой мы с тобой... А, нет, вру. У нас вместо снапдрагона была фасоль. Была фасоль у нас с тобой, да? Идут первоначальные зомбики, но это ничего страшного. Мы с тобой пока будем высаживать подсолнухи. Так, бросаем сюда. Ну и пошло-поехало, да? Дейзи, что ли, выставить? Ну, поехали, будем выставлять Дейзи. О, сможем вот так вот даже замутить. Может быть, потому что я тут слишком много выставляю подсолнуха. Тоже как бы не вариант, да? Слишком много тоже не очень хорошо. Давай зажарим. Так, эти линии у нас вообще не прикрыты. Надо выставлять сюда Дейзи обязательно. Разбросаем везде фасоль. Вызовем снапдрагона. Сюда, естественно, Дейзи. Пускай вот тут вот побомбит. Очень медленно продвигаемся по очкам. Так, 116 тысяч уже, да? Ах ты, сюда не могу. Вот здесь только если. Угу. А если здесь поджарим? Слушай, ну вот эти вот зомби первобытные, они очень крепкие. Я думаю, ты это заметил, да? То есть просто так их не уничтожишь. Нахрапом их не возьмешь. Так, а здесь у нас, смотри, шейка-лейка собралась, а? Ну... Давай сюда вжарим. Поджарили. Так, вон они идут. Зомбарики. Ну-ка, давай еще разок поджарим. Ага, 258 и 43 секунды. А если так? И вот сюда. Вот это адово, да, получается? 31 секунда. Ну куда вы там разогнались, эй? Хлопцы, хорош.
Ну-ка, подожги, пожалуйста, их там всех. Этих тут тоже ханориков нужно подбить. А то я смотрю, тут они разошлись. На тебе фасолину, ешь. Мне не жалко. Так, подожди, 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 подожди. Время, не спеши. 376 тысяч. Ну, тут понятно, ребята. На самом начале, конечно, зарабатывать все легко и просто. Мы с тобой зарабатываем перчатку. То есть это можно до бесконечности. Проиграл, опять перчатку заработал, опять проиграл, опять заработал. И... Но зато тем самым ты получаешь себе короны, да, которые тебе дают возможность передвинуться. И я, как видишь, уже на третьем месте. Так, ладно, что у нас там по Пенни? Есть что-нибудь новенькое? Так, я выполнил квест, сейчас заберем с тобой награду. А в Пенни все по-старому, да? Погоди-ка. Ага. Слушай, я что здесь, не проходил это задание? Слушай, дай-ка я в магазин загляну, может быть, какие-нибудь костюмчики новенькие есть или еще что-нибудь. По крайней мере, у нас с тобой денег хватает, и я могу что-нибудь себе приобрести. Так, 25 конфет у нас с тобой есть. Можем взять вот эту вот и усилить немножко нашу пиньяту. Ой, пиньяту. Не пиньяту, ребята, а нашу мяту. Так, еще разок, и мы можем ее поднять по уровню. Так, а здесь что интересно? Это для кого костюмчик? Непонятно. Так, для арбуза. Ну ладно, фиг с ним, давай купим. Будет у нас ледяной арбуз в какой-то интересной шапке. Так, это мы с тобой сделали 25. Это получается сколько? 20 штук, да? И 20 штук. Слушай, так, по 20 орех, шипы и... Сумрачная катапульта. По 20 штук. Давай посмотрим. Если нам чего-то не хватает, мы с тобой сможем докупить. И, соответственно, прапать. Заходим в нашу энциклопедию и смотрим. Шипы. Угу, шипов нужно много. Хорошо. Орех. 20. Это тоже маловато. Что там у нас? Шипы, орех. Тьфу, ты забыл. Короче, все равно нам очень много чего нужно. Шипы. А, сумрачная катапульта. Все, вспомнил. Сумрачная катапульта. Где ты у нас тут находишься? Так, секунду. Вот она. Ну, 20. Это будет 59. То есть тоже дофигища еще нужно копить. То есть смысла пока я не вижу покупать. Мы можем их обычно заработать. Так, что у нас тут? Ага, мы получаем с тобой сколько? 5 гемов. Угу. И здесь еще получаем с тобой конфеты. Сыграйте в Пенни. Ну, я бы с удовольствием сыграл бы в Пенни. Давай-ка зайдем. Слушай, это случайно у нас последний уровень не 3 в ряд, а вот этот вот, 5. Никто не помнит? Давай посмотрим. Я, если честно, тоже не помню. Освежим, так сказать, память себе, да? Ну все, 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 ромашка, хорош, завязывай давай тут баловать, я хочу посмотреть. Упс. Так, выжить. Ну. Блин, блин, горелый. Ну давай попытаемся, так, яблочная мартира. Вон эти хлопцы уже бегут. Ну, яблочная мартира не особо такое хорошее растение, если честно, как по мне. Может быть, конечно, как будто... А, у нас с тобой заморозка сразу всех зомби идет, да? Окей. Опс, вот этого гаврика здесь не хватало только. А ну-ка, мортира, бомби. Чё-то не помогло, ни шиша. Давай-ка вызовем с тобой зомби. Заморозку. И мортиру. Так, слушай, ну здесь мы с тобой, скорее всего, пройдем. Потому что у нас с тобой есть капелька, которая замораживает всех. А мортиры очень долго стреляют. Ну ты посмотри, они бомбят, бомбят. И причем, я так понимаю, они бомбят огрызками. По-моему, это огрызки, да, летят? Так, подожди, ты что-то можил, что ли? Олух,
Я же тебя специально закрыл. Специально замораживал. Блин, тут еще и разлом открылся, прикинь. Тут еще появился разлом. Да нафиг ты нам здесь нужен, согласись. Блин, вот этот мешается здесь. Опачки, удобрение получили. И это уже хорошо. Всех замораживаем. Никому не даем шанса пройти. Давай, Лук, ты что спишь? Дыхание свое открывай. Зловонное. Так, каплю пока трогать не будем. Как только накопится побольше здесь врагов, тогда будем применять. Так, еще удобрение. Наверное, пора применить. Ага, вон там и водяные пошли. Жесть какая-то. Давай еще разок зарядим. Надкусанные яблоки полетели. И еще разок. Все равно это последние враги. Так. Смотри, они очень долго в заморозке находятся. Это классно на самом деле. Ну, ты понимаешь, тут победа уже за нами. Тут им не выкрутиться никак. Последний тут шут гороховый, да? Мы его сейчас забомбим. Все. Падают остатки роскоши. И мы с тобой проходим. Пенни Пурсует, прошли. Но это была первая сложность. Что-то он упал, его даже не было видно. Он тут из-за угла там появился. Но, тем не менее, мы с тобой, опачки, прокачиваем. А вот это что такое? Это гипноз зомби, да, любого? И плюс мы с тобой получаем 5 гемов за прохождение Пенни. То есть хорошо. Оу, друзья мои, зомбосик созрел. Ну-ка, давай-ка глянем, кто здесь. В прошлый раз он был на механическом динозавре, да? А здесь он как будет выпендриваться? Так же или что-то другое придумает? Так, ну-ка, 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 интересно посмотреть. Я выберу, наверное, защиту. Ага. Это у нас босс, по-моему, с Египта. Так, он будет мельтешить 100%, да? Поэтому нам надо брать, наверное, мины. Возьмем с тобой мины. Так, Дейзи, наверное, будем брать, да? И еще, нам нужно что-то такое пробивающее насквозь. Может быть, вот этого взять? Не уверен. Не уверен я, конечно, в своем выборе. Возьму капельку, чтобы замораживать. Слушай, может быть, ледяной арбуз на взять? Подожди, какой ледяной арбуз? Нам нужно с тобой подсолнухи брать. Как ты думаешь, нормуль? Такая комбинация? Я что-то не совсем уверен. Ну, посмотрим. Да-да-да, я понял. Хотелось бы, конечно, получить фул награду, но не уверен в этом. По крайней мере, этот чудик будет бомбить, бегать, да, давить мои растения. Что, вот так вот сразу, что ли? Эй! Так, они еще собираются у меня похищать, да? А ну-ка, заморозку. Вот так вот. Что, заморозка плохо срабатывает, если честно. Так, с энергией беда какая-то, просто проблема. А ну-ка, еще разок. Где он, на какой линии? На этой, по-моему, да? Ах, ускакал. Теперь на этой. Да чтоб тебя, он убегает. Он, ребята, убегает от меня. Давай тут вжарим. Катапульта, только ее тут не хватало. Я тут расколбас идет. Я просто лютый. Наилютейший расколбас. Так, тихо, тихо, тихо. Ты куда? Ах ты! Вжариваем. Так, он где там встал-то? Не могу. Не могу понять. Сосредоточиться не могу. Так, хорошую энергию воровать. Так.
Блин, мне бы хотелось бы, конечно, его подбить. Что мы тут с тобой можем сделать? Вот так. И вот так, наверное. Все, ребята, мы его подбили. То есть награда у нас будет фуловая. Теперь остается только лишь прождать 1,5 минуты. Я думаю, никаких проблем здесь не будет. Такой трэш творится. Посмотри. Так, ну-ка. Монетки. Куча энергии навыпадала нам. Ну хорош, хорош выпендриваться. Сколько там еще? Минуту ждать. Гем даже выпал, прикинь. Так, он тут все танцует. Что это там загремело? Что это за звук такой? Эй. Не могу понять, что за звуки такие странные. Слушай, тут золотые монеты выпадают, прикинь. Слушай, это прикольно. Слушай, да, от этой фасолины здесь очень много толку. Она довольно неплохо себя здесь проявляет. Я офигею. Тут, смотри, я его уже практически давно-давно разнес, а мы еще с тобой бомбим, играем до сих пор. Гемы выпадают. Прикольно. Давай. Во-во-во. Захотел раздавить, но врезался об наш щит. Ничего у него не получилось. Опа. А заморозка действует на него, нет? По-моему, не действует. Где мы с тобой копим здесь? Вообще классный ивент. Мне нравится. Так, мы можем с тобой... Вот зачем мне вот здесь мины? Объясни. Все, что ли, да, друзья мои? Мы получили с вами 2200 монет. Так, 10 вот этих растений и 10 каких-то еще. Посмотрим, какое нам еще выпадет растение. Так, 2200. Ага. Бумеранг, опачки, мы его прокачиваем с тобой. И фасолька тоже 5 штук. То есть нам еще 10 фасолек, и мы с тобой сможем их прокачать. И 10 вот этих. Блин, прикольно, ребят, 75 у нас становится. То есть, скорее всего, я получу это растение за время прохождения этого ивента. Но я постараюсь. Так, а теперь нам нужно с тобой проапать наш бумеранг, да? Так, мы вернемся обязательно сюда. Еще 5 гемов. Обожаю, обожаю, когда так все происходит. Так, и где же у нас... Кто-то говорит, что это пальма. Мне почему-то кажется, что это все-таки, друзья мои, ромашка. Ну, ромашка на самом деле. Вот у нее, видишь, стебельки беленькие. Вот это вот, правда, она желтенькая должна быть. Но здесь она почему-то синяя. Так, дамаг на 5 единиц повышается и 4 уровня. Угу. Ну что, продолжаем бомбить зомбоса. Вам, наверное, понравилось. Лично мне кажется, хорошо. Классно все получается. Так, ну тут уровень сложности, понимаешь, да? Повышается. В разы повышается. Ну, мы попробуем с тобой также взять Дейзи плюс Лазербин, который неплохо бомбит. Но если проиграем, будем проходить еще первое с тобой испытание. Самое первое. Так, ну тут еще не забываем, у него будет больше энергии. Ну, первое испытание мы прошли, еще 1,5 минуты у нас с тобой было в запасе. Так, что мы с тобой возьмем? Ну, это по стандарту, да? Возьмем с тобой Дейзи. Возьмем с тобой Дейзи. Так, где у нас Лазербин? Вот он. Может быть, взять арбуз? Хм. Нет, все-таки я возьму заморозку. Ну, она хорошо помогает нам. Именно заморозочка. Ну что, поехали? О, подожди, let's rock. Сколько у него было? Ага, 7. Че, уже бегут, что ли? Уже бегу, друзья мои. Так, давай-ка мы с тобой заморозочку влепим. Где он там? Здесь, да? На этой линии стоит. Ага, поджарил я его чуть-чуть. Давай сюда. Так,
Попадаем, нет? Блин, не попадаем. Где? Куда он перемещается? На какую линию? Сюда. Его нужно подловить. Блин, он убежал. Его нужно ловить именно на той линии, где он стоит. О, видишь, как прожарили. Смотри, 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 не мельтешится, а. Давай каплю. Так, сколько у него там? 5 энергии, да? 4 остается, 4 энергии. Блин, ну давай, куда-нибудь переметнись. Сюда, да? Окей, заряжаем. Блин, ну вот это вот зачем? Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Гаргантюа, ты что такой жесткий-то здесь, а? Объясни-ка мне, родной. Куда он там перепрыгивает? Сюда. Блин, ну вот эти вот мины, они вообще здесь не нужны. Так, 3 энергии, да? А этот все стоит. Эх, мне его даже никак не подбить. Так, да ё-моё, опять они бросили мне их сюда. Что это за камни тут какие-то? Я не могу врубиться. Это камни, ребят, появляются. Вот жарим эти гаргантюа, тут меня бесят. Оу, тут маг уже как-то прошел каким-то образом. Сколько? 2 энергии остается, да? А что у меня... Почему у меня нету этих? Энергии. Чего не хватает? По-моему, ее, наверное, кто-то похищает. Давай-ка, наверное, сделаем с тобой вот таким вот образом. 48 секунд. Друзья мои, 48 секунд. На все про все. Блин, успеем ли мы? Давай-ка вжарим, наверное, вот так вот. Эй! И по барабану, да, ему? Ну-ка, еще разок. Да, блин, тут надо выкапывать тогда, получается. Куда он там? Где он там мельтешит? Он вот здесь, да? 12 секунд, друзья мои. Да ну! Не успел. Успел я, ребята. На последней секунде я ему вжарил. О, господи. Фух. Так, 2700. Ага, 5 ротобаги. 5 получили и горохострел. Угу. Так, магнит. Ну, магнитом я практически никогда не пользуюсь. И вот это вот самое интересное, что 15 штук. Так, остается у нас, друзья мои, всего лишь 10. Всего лишь 10. И мы с тобой получим это растение в копилку. Слушай-ка, если мы с тобой пройдем по повтору, мы можем, например, первое задание перепройти? Награда сохранится или нет, а? Потому что, ну, третье я явно не пройду. Как бы я сюда не хотел, ребята, сунуться, но я не пройду. Давай вот так вот попробуем. Если получим с тобой, то будет круто. То есть мы с тобой заработаем вегетарианских зомби в свою личную копилку. Так. Ну, первый этап, мне кажется, довольно простенький. Но, опять же, расслабляться не стоит. Поехали. Так, берем с тобой защиту. Я не знаю, ребята, беру защиту, почему-то я к ней привык. И мне она нравится, как работает. Так, берем капельку. Заморозка, согласись, здесь очень хорошо вручает. Дальше берем вот этих наших партизанов. Так, потом, что у нас там было, я уже запамятовал. Так, мина. Заморозка. Ага, лазербин, который здесь вообще офигенно выручает. Летающих зомби у нас нет, поэтому переживать здесь не стоит по этому поводу. Можно взять сталью, как вариант. Но я думаю, что мы возьмем все-таки Дейзи. Блин, может попробовать эту мяту, а?
против магических, да, растений. Интересно, ты магический у нас или нет, а? Сейчас возьмешь, а потом будешь плеваться, да? Скажешь, нафиг я это сделал? Зачем я это взял? Давай вот возьмем с тобой, наверное, гип... Нет. Или да. Гипногрипп, в принципе, должен нам здесь тоже как-то помочь. Поехали. Так, ну, начинаем, конечно же, с подсолнухов. Тут, само собой, разумеется. Эй, давай. Че, пошли уже орлы? Уже побежали. Так, сразу заморозку вставим с тобой, да? Сразу заморозочку, сразу с тобой выбрасываем наши мины по всем фронтам. Опять заморозку. Где он там прыгает? Вот здесь. А, тихо, 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 тихо. Целую кучу энергии хотел похитить, а? Жук. Давай мины. Подсолнух. Опять же заморозка. Так и будем с тобой. Заморозка. Мины, заморозка, мины. Ну и, конечно же, Дейзи надо выставлять. Посмотрим. Так, где он там у нас? Опс, вот это не надо. Катапульты уберите свои, пожалуйста, а? Орлы. Они нам как бы тут мешают. Так, что у него там? Три энергии, да, еще? А если так сделаем? Ох ты, начинает тут влуплять. Две энергии остается, да? А время полторы минуты. Слушай, по-моему, тут все равно... Все равно... Как тебе сказать-то? Блин, опять эти мины здесь стоят не вовремя. Нужно бомбить босса, а они тут мины не свои выставляют. Так, еще разок жарим. Так, сколько там у него? Одна единичка здоровья, да? Не туда влепил. Он меня обхитрил, гаденыш. А если так? Сейчас, 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 друзья мои, добьем мы его. Блин, убежал. Куда он-то переместился-то? Ага, вот здесь вот. Да чтоб тебе, ты специально так делаешь, гаденыш. А, все, мы его подбили. Друзья мои, мы подбили босса. Теперь можно расслабить, как говорится, одно место и просто сидеть и наслаждаться процессом отбивание от зомби. Так, у нас еще минута в запасе. Твою же налево, что-то происходит, а? Трэш какой-то. На, заморозку тебе. Гемы опять сыпятся. Так, выкапываем с тобой вот эти вот мины. Но они тут действительно ни к чему. Вместо них лучше что-нибудь другое поставить. Ну, вот, например, Дейзи. Да? Слушай, а Дейзи станет босса. Смотри, видишь, он глючит. Так что делай выводы. О, еще гемчик выпал. Монетки сыпятся. Прекрасно. Зомби, съешь, пожалуйста. А почему он не стал этим? Он же съел. Он съел, главное, этот гипногрипп, но не превратился в зомби. Так, погоди-ка. Что, такой крепкий, что ли, парень? Да, ну, завязывай. Так, ну, что тут у нас дальше? Мне хочется посмотреть, действительно нам дадут с тобой 10 этих цветочков или нет. Так, победа, смотрим. Слушай, по-моему, да, по-моему, дадут. Так, 2200 в копилку. Так, 5 фасолинок пружинистых. О, маленький Боб Чили Бин. И да. Ну что, ребята, Zambian Pot у нас в кармане. Прекрасно. Просто прекрасно. Отличненько. Я считаю, что на 100% я выполнил этот Пенни, по крайней мере, я получил, что хотел. Но единственное, что я тебе могу сказать, что на арене, я просто сюда захожу, чтобы показать тебе, надо получить вот эти вот растения. Вот в полном объеме. Почему? Потому что, смотри, у нас с тобой есть уже по 30 каждого, да? Но нам нужно по соточке, чтобы они открылись.
Мне очень интересно посмотреть, что это за растение. Я попробую, но понимаешь, что 23 дня. Фу. Друзья мои, я думал, что 23 часа осталось. За 23 дня я этот ивент пройду, наверное, вдоль и поперек. Ну, я постараюсь, по крайней мере. И надеюсь, вы меня в этом плане поддержите. Ну что же, а на сегодня будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Кстати, подожди секунду. Видосиков. Вначале мы с тобой откроем. Я должен убедиться. Да. Фух, ну, все, ребята, он у нас открыт. Теперь остается копить на него. Если мы получим 200 семян, мы сможем его прокачать до, я думаю, до 3 уровня. Ну, а теперь уже действительно все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.